я сейчас обращаюсь ко всем любителям халявы. Я вас очень прошу, выключите это видео. Возможно, вы не услышали. Все, кто любит надармовщинку, у меня к вам настоятельная просьба. Выключите трансляцию этого видео. Я подожду. Так, я не понял. Мне что, позвонить, чтобы за вами приехали, что ли? Или подождите? То есть вы хотите сказать, что ничего бесплатное вас не интересует? Так, что ли? А вы понимаете, что ничего бесплатного в этом мире нет. Материальный мир покупается и продается. И только эмоции невозможно купить. Но эмоции возможно подарить. И поэтому положительные эмоции – это один из самых бесценных подарков, которые, кстати, вы можете приобрести на сайте студии «Парадис». Дарите положительные эмоции, потому что они вечные. Ну и заходим на сайт, у меня все.